Визит делегации начался в четверг с Дархан-Ульского Аймака. Руководителям из Бурятии показали местное предприятие по производству дубленок и изделий из меха. Первые впечатления от монгольских производителей расширились чуть позже на встрече с министром энергетики и министром иностранных дел. По мнению сторон, есть хорошие возможности для регионального сотрудничества, поддержки малого и среднего бизнеса, наращивания торгового оборота. Нужно лишь продумать все моменты международного взаимодействия и решить вопрос с упрощенным визовым режимом. Выстраивание отношений с Россией для нас в приоритете. Мы концентрируемся на расширении приграничного взаимодействия, торговли, наращивании связи между гражданами двух стран. Приезд делегации из приграничной Бурятии, одного из субъектов Российской Федерации, является хорошей возможностью для нового уровня наших традиционных связей. Мы сегодня обменялись мнениями о мерах для свободного проезда границы, без излишних проволочек, потому что международное сотрудничество – это прежде всего связи и дружба между людьми. Делегация из Бурятии встретилась с вице-премьер-министром Монголии. В рамках беседы обсуждалось современное состояние сотрудничества и отношений между двумя странами, включая региональные связи, а также дальнейшие перспективы. И мы вели разговоры о безвизовом режиме въезда или прохода нашей границы, что, конечно, бы облегчило, вот, собственно, прохождение нашими гражданами этого поста. Зачастую мы, руководство, не замечаем этого дела, поскольку у нас и служебные паспорта, у нас и, скажем, есть некий зеленый коридор, по которому проходим, а простые граждане, люди бизнеса, они от этого страдают. Выезжая каждый раз, надо оформлять визу. Это, во-первых, и дорого стоит для простого гражданина, во-вторых, это отнимает время, как минимум за неделю надо оформлять. Эти вопросы мы сегодня ставили перед руководством Монголии и понимаю, что нашли понимание. Значит, мы свою поездку в Республику Монголия оцениваем положительно. Мы видим, какими темпами развивается на сегодняшний день Республика Монголия. Вот сегодня при встрече с министром энергетики мы услышали такую цифру, что за прошедший год ВВП Монголии вырос на 17%, и по итогам уже полугодия текущего года ВВП, то есть валовый внутренний продукт Монголии, вырос на 17%. Это говорит о многом, что сегодня Монголия развивается, и развивается достаточно успешно во всех практически отраслях. Делегация из Бурятии пробудет в Монголии до 24 сентября. До отъезда россияне планируют посетить ряд малых предприятий и изучить технологии по переработке животноводческой продукции. Энгтошин Атганбат, Аист, Монголия.